Всем привет! Сегодняшнее видео о таких вот весах, которые были заказаны также с AliExpress, как обычно. Весы кухонные, и взвешивают они вот до 5 кг с точностью до 1 грамма. Стоят они примерно $10, около $10, до $10. В принципе, здесь ничего сложного по эксплуатации нету, только кнопка включения и выбор. Выбор у нас в чем измеряется, единица измерения. Здесь есть разные, это нужно немножко вникнуть в это. Так как нам нужны граммы, то мы особо не заморачиваемся. Недостаток в том, что, как обычно, из Китая не поставляются аккумуляторы, поэтому ставил свои, чтобы вы уже были в курсе, когда захотите заказать, что нужно еще дополнительные аккумуляторы брать. Давайте тестировать, взвешивать вот такой телефон. 176 грамм. И можем также проконтролировать уже достоверность этой информации такими карманными весами. Обзоры их тоже есть. Если вас это заинтересует, вы сможете перейти по ссылке и посмотреть. Также 176 грамм. Эти весы показывают с точностью до сотых грамма. И у них есть также подсветка, кнопка тара, подсчет количества измеряемых, взвешиваемых единиц и также единицы измерения. Взвешивают эти весы до 200 грамм. Я думаю, на кухне удобно с такими весами. Можно поставить какую-нибудь миску или тарелку, насыпать туда какие-то ингредиенты. Например, если вы делаете какой-нибудь пирог, и вы должны знать, сколько вам поставить, сколько вешать, как говорится, в граммах. Ну, можно еще что-нибудь вот сюда подкинуть. Например, набор отверочек 211 грамм. И из прошлого видео давайте уже взвесим так, чтобы точно знать, сколько весит вот такая вот зарядка, которая собиралась самостоятельно. Можете тоже перейти посмотреть, если еще не видели. 256 грамм. Ну, на этом все. Если вам видео понравилось, оценивайте его, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующих видео. Всем пока!